едем посмотреть на замерзший водопад. У меня такая мечта была 5 лет. И вот сейчас мы посмотрим, замерз он или не замерз. Будем там играть на аккордеоне. Я тоже. А потом сравним этот замерзший водопад с другими, которые были в том году и сколько-то лет. А потом еще к цаплям поедем. На коньках кататься по Ладожскому озеру. Мы думаем, что вода замерз, но не замерз. А даже если замерз, то не очень большой будет. Сразу за этим там уже будет поворот.